Два человека погибли в аварии под Череповцом. ДТП произошло накануне около 16:40 на первом километре дороги Мякса-Хантонова. По предварительной версии, 47-летний мужчина, управляя колесным погрузчиком, не справился с управлением, съехал в кювет, техника перевернулась. После опрокидывания погрузчик загорелся. В результате ДТП погиб водитель погрузчика и его 16-летний пассажир. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Два человека пострадали в результате ДТП в Сямжинском районе. Происшествие произошло около 20:00 на 14-м километре автодороги Юковская-Галузина. По предварительной информации, 40-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, его пассажир-мужчина. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Сотрудники полиции нашли потерявшегося ребенка. Сообщение о пропаже 7-летнего мальчика в деревне Нова Череповецкого района поступило накануне в дежурную часть в 19:00. Отец мальчика рассказал, что около 10-30 часов его ребенок ушел гулять и до настоящего времени не вернулся домой. Родители пытались найти ребенка своими силами, но самостоятельные поиски не увенчались успехом. К установлению местонахождения мальчика подключились коллеги УМВД России по Череповцу, а также волонтеры и поисково-спасательные отряды, которые проверяли ближайшие населенные пункты и город Череповец. В ходе поисковых мероприятий был установлен круг общения пропавшего, полученной информации о возможном местонахождении ребенка. Сотрудники уголовного розыска около 22:30 обнаружили мальчика в одном из дворов Зашекснинского района Череповца. Со слов ребенка, он решил навестить свою бабушку, но ее не оказалось дома. Мальчик проехал на велосипеде более 20 километров. Ребенок был доставлен в отдел полиции, после чего передан родителям.